Уважаемые сенаторы, сегодня у нас 500-е заседание Совета Федерации. Я всех вас искренне поздравляю с этой круглой датой. В связи с юбилеем государственный гимн Российской Федерации прозвучит в исполнении легендарного хора академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. 500-е заседание Совета Федерации объявляется открытым. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Спасибо вам большое!